Жоу Мутиньо. Относительно легкий мяч для вратаря. Они проигрывают и будут подавать угловой. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Пол команды обыграл. Ничего себе. Педро. Мяч в воротах. И это гол. Положился он здесь на силу и не прогадал. Мяч угодил прямо в левый нижний угол. Тем временем у нас 3-1. Набиль Фекин. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. Может получиться интересная атака. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Верати. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Матич. Фабригас и Суле. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Это шанс! Забивай! Опасно! Гол! После розыгрыша последовал великолепный пас. И как следствие, конечно, гол. Ну что же, разрыв растет. И это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 4-1. Преимущество в 3 мяча отыграть практически невозможно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Фабригас и Суле. Набиль Фекин. Отлично сыграно. Надо решать. Так. Удар по воротам. И это гол! Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну так уж, дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Ну что, ждем. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Виля. Это может быть опасно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хат. Забирает мяч голки. Верати. Атака остановлена, но кто получит мяч? Диего Коста. Пока неплохо. Оскар! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Великолепный пас. В этой атаке оборону пройти не удалось. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Защита надежно играет. Мяч отобран. Марко Верратти. Это может быть опасная атака. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Абсолютно. Не знаю, как линейному арбитру удалось зафиксировать офсайд, но ведь он оказался прав. Иванович.
Внимание, Матич. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Это может быть опасно. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Диего Коста. Марко Верати. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Кавани. И офсайд, как говорится, судья всегда прав, хотя ситуация неоднозначна. Джон Терри. Сесар Аспиликуэта. Посмотрим за этой атакой. Диего Коста. Оскар. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Великолепно исполненный пас в разрез. Навес. Диего Коста. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Хороший удар по силе, а вот по точности хуже. Неточный удар. Но если бы мяч попал в створ, я думаю, вратарь не выручил. Может получиться интересная атака. Оскар. Виля! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет. И не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как классово. Да, сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало. Тут может что-то получиться. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Опасно! Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Теперь в атаке соперник. Он бьет. Чуть еще один не забили. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Набиль Фекир. Оскар. Отлично сыграно. Надо решать. Пол команды обыграл. Ничего себе. Вот это удар. Прекрасный гол. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Играет артист больших и малых академических театров. Несомненно, он проводит сегодня едва ли не лучший свой матч за карьеру. 8 голов забито, счет 6-2. Смотрим дальше.
Борьба за мяч. Педро. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный момент. Бьет Диего Коста. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Маркинес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. В последних секундах матча они получают право на штрафной. Это может быть опасно. Надежно играет защитник, атака прервана. Надо забивать! И как пробил. Простил, откровенно простил сейчас игрок команду соперника. Ну нельзя, нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру, не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим, работает ли сегодня это правило. Много остановок у нас было, 4 минуты судья добавляет. Это может быть опасно. Хавьер Пастор. Бить можно и забивать. Невероятное спасение. Стандартное положение. Угловой. Левент Кюрзава. Какой перехват. И как опасно пробил. Порадовались сегодня футболисты результативностью. 8 забитых мячей мы с вами увидели. Эта победа позволяет команде вырваться из зоны вылета. Да, и теперь станет чуть-чуть полегче дышать. Впечатлил ли Виллиан тебя сегодня, кстати? Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Они решили поиграть. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Хавьер Пасторе. Гол! Они ведут в этой игре. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Сравнивать нужно. Виллиан. Фабригас. И они выходят вперед. Пол команды обыграл. Ничего себе. Педро. Мяч в воротах. И это гол. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И это шанс. Забивай. Опасно. Гол. Отлично сыграно, надо решать. Так, неплохо. Удар по воротам. И это гол! Оскар. Виля! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Отлично сыграно, надо решать. Пол команды обыграл. Ничего себе! Вот это удар!